Сегодня суббота, и мы открываем наш велосезон. Вот стоит два наших двухколесных коня. Никита их тут всю неделю марафетил, как-то разбирал, перебирал, чистил, мазал. Вот это Никитин велосипедист. Вот Никита сам. А вот это мой. Вот он. Мой, конечно, попроще, но мне тоже нравится. Вот. Так что сейчас поедем. Мне надо что еще сделать с ним? Колеса накачать. А, колеса накачать. Мы не катались, ну как мы, я не каталась на велосипеде, наверное, где-то года два. Так же, как и я. Как машина появилась, мы не ездили. Да, в общем-то, стоят, скучают без нас, так что сегодня будет первая вылазка на них. Надеюсь, что удачная. Погнали? Да, давай. Закончились нашими питаниями, сейчас приехали в торговый центр возле нас, идем в супермаркет скупаться на целую неделю, потому что у нас просто в холодильнике мышь повесилась, вообще нечего кушать, поэтому надо срочно исправлять эту ситуацию. Круто! Люблю зеркальные потолки, прикольно. Мы уже справились с нашими покупками. Теперь у нас будет что кушать. Ура! Мы пытаемся приучить Семика, чтобы он за нами на велосипедах бегал, чтобы, ну, как бы его не держать на поводке, а чтобы он держал нас в поле зрения и бежал за нами, когда мы слишком далеко отъезжаем. Сейчас будем тестировать. Сэмми! Держи-ка. Поехали. Да? Поехали. Давай, побежали. Побежали. Ой, нет, не кидайся вперед. Иди, иди, вперед. Ну, тест на бдительность. Сэмми, я уехала. Сэмми, я уехала. Молодец. Стой, иди сюда, вкусняшку дам. Сэмми, иди ко мне. Молодец. Сэмми, кто куда поехал? Сэмми, ко мне! Молодец! И опять туда. Мы уже вернулись домой, я сейчас в процессе готовки ужина и думаю на этом заканчивать свой влог. Сегодня получился очень такой какой-то спортивный денек. Завтра у нас в планах тоже поехать на велосипедах кататься и уже взять Сэмика с собой на море. Не знаю, буду ли брать вас с собой, наверное, вам будет скучно все время про одно и то же смотреть, как мы катаемся на великах. Короче, напишите какие-то идеи, чтобы вам было интересно в плане влогов посмотреть.
Я еще думаю, может, какие-то челленджи записать. Ну, короче говоря, как-то да, так думаю, будет дальше двигаться мои влоги. Если будет что-то интересное, обязательно буду вас брать с собой. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще до сих пор этого не сделали. И увидимся с вами в следующих видео. Пока!